Всем привет, дорогие друзья! Я тут 2 дня вообще ничего не снимала. Вы не обращайте внимания, что я вся сырая. Просто я полы мыла, постель меняла, койки обмывала. Пока ребятишек дома нету, решила все сделать. И плюс Катя с Машей дома нету. Сегодня я еду в Пермь за Катей уже. Все, Катю выписали, Катю обследовали, все у нее хорошо и все нормально. И еду сегодня на час ночи. Если машину не найду, значит на час ночи. Если машину найду, значит с кем-то со знакомыми на машине уеду. Я уже всех знакомым оповестила, что надо срочно завтра быть в Перми, поэтому вот так. В целом, у нас жара стоит невыносимая. Позвонила Маше, спросила, что ей надо. Она попросила книжку привезти. Сегодня выберу какую-нибудь интересную книжку детскую и увезу ее туда. Так, ну и попросила фрукты купить. Говорит, фрукты уже закончились, фрукты еще и куплю, и все. Вся вспотела, как суслик, пока полы мыла. Вся вспотела. У нас жара стоит. Муж на работе, Ваня с Мариной в садике, Света с Егором дома. Оксана у меня на площадке. Они сегодня поехали в дом спорта, там какое-то у них мероприятие, а потом еще куда-то собираются там в городе идти. Точно куда, пока не знаю. Там подружки к Свете пришли, так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, я сейчас буду пить чай. У нас время уже 12 часов. Мне надо еще съездить. Маша попросила еще купить ей влажные салфетки, большую пачку, потому что в городе они очень дорогие, в Перми. Я смотрела, аж 200 рублей пачка, а у нас в Фикспрайсе можно купить за 77 рублей большую пачку. Поеду в город, съезжу, куплю все, что она попросила. Плюс попросила какие-нибудь фломастеры ей купить еще. И вот куплю еще фломастеры какие-нибудь, чтобы ей было чем рисовать. Чего ты, Васечка? Ну иди сюда, иди. Киса ко мне пришла. Да, Вась? Без мамы жить не может. Бегает ко мне. Так, все. Беги. Так что вот такие вот дела. Попросили почаще показывать. А, да, по поводу кроликов написали, как у них там грязно. Ребят, мы у них каждый день чистим, и у них чисто. Опилки мы им не стелим. Почему? Потому что боимся, что занозы в лапки или куда-то им попадет. Поэтому мы солому стелим. Самцу мы стелим тоже солому, траву, но он все почему-то это съедает моментально. Причем. А у маленьких, вот у них из-за того, что там будочка стоит, плюс ящик стоит для себя, но они там в нем гнездо сделали. Чистим у них постоянно, поэтому не пишите ерунды. А опилки стелить не будем из-за того, что боимся, что, не дай бог, где-нибудь занозу или что-то себе вонзят. Зимой, да, зимой придется стелить, а сейчас пока нет. Плюс крольчата маленькие, мы боимся, что, не дай бог, будут на зуб пробовать. Фиг его знает. Мы предыдущие, когда кроликов держали, мы никогда не стелили опилки, мы стелили солому. Сено, солому и все. И вот они как бы так нормально было. Никогда опилки не стелили. Почему, не знаю. Напишите, конечно, кто у кроликов держит, вы вообще стелите опилки или нет. Вот мы никогда не стелим. Так что вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, пью чай, и у меня еще кучу-кучу дел надо сегодня сделать. Раз сегодня еду, опять надо кучу переделать работу. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, мы пошли с Оксаной в магазин. Оксана, сегодня у них мероприятие будет, и надо купить кое-что на мероприятие ей. Так что вот так вот. Я сегодня уезжаю ночью в Пермь, как вы знаете. За Катей. Так что вот такие вот дела. Ладно, идем в магазин. У нас солнечная погода, хорошо так на улице. Я нашла свои старые балетки, одела их. А то у меня мои черные туфли, в них так жарко. Да, Оксана мне их нашла, я их искала, найти не могла. Оксана быстро нашла, раз и нашла. Вот так вот. Ладно, идем в магазин, потом все покажем, все, что купили. Всем привет! Я снова в Перми. Приехала за Катей. Катю сегодня выписывают уже домой. И вот сейчас ждем врача и заберем выписку и поедем домой. Тут недавно у них был ураган. Катя мне видео скинула, я вам вставлю. Поэтому смотрите и оставайтесь с нами.
Все, дорогие друзья, мы собираемся, забрали выписку. На автобус, конечно же, мы не успели. И сейчас нам 4 часа ждать автобуса. Сумку собрали. Но если сейчас 3 часа, автобус в 7 часов, так посчитай, сколько ждать. 4 часа. На 3 часа мы не успели, потому что время уже 3. И получается, что нам теперь до 7 часов по городу гулять будем. Ну, пойдем посмотрим что-нибудь поблизости, да? По рынку можно походить просто так. Аккуратно там. А почему походить? По рынку. Зачем нужно? Там вещи продают всякие. По городу лучше походить. По городу лучше там походить. Посильнее, чем денег. Ну, у Кати деньги остались, которые я ей давала. Вот и будем тратить. Ой, ладно, дорогие друзья, идем в город. Погуляем. Все, постараемся поснимать вам что-нибудь и показать. Если интересно, оставайтесь с нами. У них, кстати, ветер сильный. Видите, как колышется. Вот такие вот дела. Всем доброе утро. Ну, какое доброе утро? Уже надо сказать добрый день. Это что такое? Борзело. Короче говоря, вчера мы приехали с Катей уже во втором часу ночи. Во сколько? Минут 20, да, наверное, второго приехали. Нет, мы приехали в час ночи. Нет. Да. Минут 20. Я время считаю. Ну, короче, так где-то. И уже ничего не стали снимать. Уставшие были, легли спать, все спали у нас уже. Кате койку пока заправили, сделали, потому что мы... я все стирала, я все убирала у нее с койки, пока она в больнице была. Короче, сейчас ходили в магазин, что купили. Лук зеленый и укропа немножко, салат будем делать. Огурчиков чуть-чуть, полкило. Кукурузу взяли, хотим салат крабовый сделать. Дальше. Молоко купили, 2 пакета. Василиса! Она там корм ночуяла, вот она и лезет. Корм кошкам купили. Макс! Все, насыпала я кошкам корм, чтобы они не лезли. Потом помидорок тоже полкило взяла. Картошки пакетик взяла. Дай пакет другой. Так, а здесь у нас еще хлеб. 2 белого, 2 серого и колбаску. Это ветчина рубленная. Зеленое село, короче. 176 рублей батончик. Все, вот такие вот все покупки. Сейчас немножко этот чай попью с молоком. Потом хотим кушать, что-то будем готовить. Салат сделаем. Оксана, из морозилки достань крабовые палочки. Там у нас есть. Сделаем крабовый салат. И что, Мариночка? Маша, что ты? Да пускай ест. Мама, одну, две. Доставай две. Сейчас салатика наделаю вам. Будете кушать. Так что вот такие вот дела. У нас жара. Невыносимая жара. Что? Положи. Они сами разморозятся. Это пока в холодильник убери сюда. Не в морозилку, а в холодильник. Так что все. Вот такие вот дела. Так, все в порядке. Чуть позже расскажу, что сказали врачи. Сяду за компьютер, буду монтировать и расскажу вам. Пока монтируется, буду с вами разговаривать. Если интересно, оставайтесь со мной. Всем добрый вечер. У нас вечер понедельника. Со мной идет кто? Скажи привет. Привет. Да, со мной Оксана идет. Мы, короче, идем в садик. Ребят, ничего не снимала, потому что себя очень плохо чувствуем все. Мы, видать, ротавирус, что ли, поймали, не знаю. Кого-то рвет, кто-то в туалет бегает. Короче, у всех по-разному. Купила лекарства, пропаиваю сейчас всю семью. Сама тоже пропаиваю. Пью лекарства. Нам в понедельник... Ой, во вторник мне, короче, на час ночи опять ехать в Пермь. За Машей уже в среду ее выписывают, поэтому вот так вот. Короче, дурдом полнейший. Ну, вроде более-менее пока себя чувствуешь так. Ничего, двигаешься, что-то делаешь. А когда прихватывает, так вообще невозможно. Ладно, идем в садик забирать Ваню с Мариной. Тут у нас такие цветочки растут. Ваньке они очень нравятся. Такие вот. И идем. Да, Оксана? Оксана в футболке идет. Я лосины одела с рубашкой.
Так что вот так. Напишите, какая у вас погода. У нас вчера был сильный дождик, да, Оксана? Прям сильно-сильно. Не вчера, а позавчера. И лило прям ужасно. Сильный был дождь. Ветер такой сильный был. Но сейчас уже вроде солнышко. Ладно, шагаем в садик. Всем хорошего вечера. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Сегодня у нас уже вторник. Я поехала в аптеку. Мне надо купить кое-какие лекарства. В целом себя не очень хорошо чувствую, но и некоторые из моей семьи тоже себя плохо чувствуют, поэтому вот надо купить лекарства. И сегодня ночью мне надо ехать уже в Пермь за Машей. Так что вот такие дела. Ладно, идем на автобус и едем в аптеку. Так, дорогие друзья, ну-ка тихо. Всем привет еще раз. Ездила я в город, в аптеку ездила, по пути зашла, хлеб купила. Две булки белого взяла. Да что такое? Так, взяла 2 литра молока. Заходила в магазин, в аптеку еще и в Валберес. В Валберес у меня тут пришло мое белье. Пока озвучивать здесь явно не буду. И заходила в аптеку. Как вы все видите по моему состоянию, я немного приболела, но в целом не в этом суть. Я забрала лекарство Кате, которое назначалось, оттуда капельки в нос и лоротадин. В общей сложности на 600 с чем-то рублей, короче, вот эти 2 лекарства. И также взяла себе еще лекарство, у меня немножко, не только себе, но еще моим родным. Это лапирамид, фуролизолидон, чтобы дома лежал, и цирукал. Мы, видимо, поймали ротавирусную инфекцию, и поэтому нужно такое лекарство. И также у нас сегодня будет с вами обзор, ну или сегодня, не знаю, у нас должна сегодня прийти посылочка. И я надеюсь, что сегодня мы сделаем с вами ее обзор. Если интересно, то оставайтесь с нами. У нас сегодня солнышко светит, благодать. Поэтому, если интересно, оставайтесь. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор нашего любимого Василька. Вот такая вот посылочка от него пришла. И сейчас будем с вами распаковывать и смотреть, что же я там заказала. Честно, уже не помню даже, что заказала. Плюс одной позиции не было, мне пришлось поменять кое-что. Ссылочки я на каждую вещь постараюсь оставить вам в описании. Вот такой вот, ребята, заказ. Вот такой вот мешок. Сейчас хорошенько распакуем. И будем смотреть. Я знаю только то, что Маша здесь заказала себе игрушку. А остальное будем сейчас вспоминать. Да, вспомнила. У меня нынче приезжал Ильюша, и ему понравился костюм у Егора. Помните, пятнистый мы с вами заказывали? А что его? Аж несколько пришло, что ли? 52. Два одинаковых костюма пришло. Это как так? Ну ладно, сейчас разберемся. Я вроде один заказывала. Мне интересно по бумажкам посмотреть, что там у меня. Ну да, получилось почему-то по 2 штуки, по 2 костюма положили. Хотя я один, я прекрасно помню, что я один костюм заказывала. Ну ладно, сейчас раскроем и посмотрим. Один будет Ильюшке, один Егорке. Ну опять 52 размер, ну или мужу. Короче, вот такие вот шорты. А к ним идет 52 размера футболка. Такой вот костюм. Понравился у Егора, если помните, он темный, а для Ильюши я заказывала светлый. Ну вот почему-то мне сделали их 2. Ну ладно. Один Ильюшкин будет, другой там кому-нибудь достанется еще.
прибираем сразу. Ну, второй раз печатывать не буду, отвезу сыну. Я как раз сегодня поеду и отвезу. Так, дальше. Майка мужская, Николай черный. Это тоже Ильюшеньке заказывала. Он сам себе выбирал. Вот такая вот обычная черная майка на лето. Самое то. Я эту фирму себе женские только модели брала. Мне понравились. Ношу с удовольствием. Поэтому вам тоже рекомендую к заказу. Дальше смотрим, что здесь. Майка женского 50 размера. Это я уже себе заказала. Вот такая вот цветастая, красивая маечка. Напишите, как вам. Мне вообще нравится. Хотела такую цветастую, красивую майку. Вот, заказала. 50 размера. Потому что 52 берешь, она прям очень сильно это большая становится. Дальше смотрим, что же дальше тут у нас. Дальше это майка белая женская, 52 размер. Тоже себе заказывала вот такой вот. Обычная белая с кнопочками женская майка, 52 размер. Тоже хорошая майка, уже брала. Когда-то понравилось, поэтому нынче, когда увидела, что они опять появились на сайте, сразу же заказала. Смотрим дальше. Это у меня футболка женская, 42 размер, Лаура. Это для Светы. Вот такая вот обычная футболка. Она тоже однотонная носит, любит однотонные, поэтому вот такая вот ей заказана. Дальше смотрим. Штаны, брюки мужские, Аляска 52 размер. Это теплые брюки, тоже заказывала Илье, старшему сыну в Соликамск. Вот такие вот брюки, 52 размер, с карманами. Они внутри идут с начесом. На осеннюю погоду будет ему самое то. Карманы глубокие. У меня такие же есть. Я ношу с удовольствием. И мне они очень нравятся. Ильюша решил выбрать такой расцветки. Внизу идет резиночка на ножках. И вот. Поеду, увезу ему. Так. И последний заказ, который у меня заказывала моя дочь Маша, это акула. Вот такая вот акула. У нас есть большая акула, ее Ванюшке дарили. Ну, а тут Маша себе заказала вот такую вот акулу. Да, я знаю, что вы пишете мне, зачем. Ну, ребенок захотел, ребенок заказал. И она, кстати, внутри такая, знаете, на ощупь классная, текстильная. Там шарики внутри. Я так ее и хочу щупать, и щупать, и щупать. Вот такой расцветки. Там несколько, по-моему, расцветок было, если я не ошибаюсь, акул. Ну, вот Маша именно вот такую вот захотела. Вот такая вот акула. Вот такой вот, ребята, был заказ. На весь заказ я оставлю ссылочки под видео в описании и на все соцсети, где у нас любимый Василю. Поэтому проходите по ссылочке в описании и подписывайтесь, и заказывайте все, что вам надо. Всем желаю приятных покупок, и всем говорю пока-пока. Мама.